Огромный привет всем, кто любит обзоры из магазина Fix Price на покупки, особенно новинки и все такое. Уверена, сегодняшний обзор вам понравится, особенно если вы оценили новогоднюю коллекцию из магазина Fix Price, которая появилась уже в начале октября. Поэтому давайте без долгих предисловий приступим. У меня сегодня для вас вот такой вот огромный пакет, на самом деле, ну как для вас, это, конечно, для меня все. И мы с вами сегодня будем ее рассматривать. Начну я вот с таких вот елочек. Она потрясающая, смотрите, какая прелесть. Из недостатков отмечу только кривой вот такой вот ствол, наверное, этого дерева. А в общем и целом она очень классная. Сейчас откроем, посмотрим, как она выглядит. В прошлом году очень похожие экземпляры я видела в магазине, по-моему, Лента. Они стоили порядка 500 рублей. Это очень дорого. В основном, конечно, бывают такие темно-зеленые, красивые. Ток-ток-ток-ток-ток. Ну, в общем, что хочу сказать. На самом деле, знаю, что многие заказывают нечто похожее с AliExpress. Но есть большая проблема в доставке, потому что часто они приходят помятые, некрасивые. Соответственно, чтобы вот такую вот красоту получить, нужно прям-таки потрудиться и поискать хорошего продавца. Здесь 190 рублей цена этого удовольствия. Я купила себе беленькую. Она такая вот немножко посыпанная блесточками. Хочу также отметить тот факт, что блестки, конечно, слегка осыпаются. Но в целом, я не знаю, если вам для декора больше подходят темно-зеленые, конечно, вы можете их выбрать. Но мне вот захотелось беленькую. Так что именно этот вариант мне нравится больше всего, и я могу его рекомендовать. Обращайте внимание на вот этот пенек. Он может быть кривым, соответственно, елка тогда будет немножечко криво устанавливаться. А так, в целом, ну вот как бы все руки в блестках, так что имейте в виду. Следующее, без чего на самом деле не обходится ни один праздник, конечно же, кружки. Совсем недавно была тыквенная коллекция, потрясающие кружки я себе приобрела, но должна признать, что они не самые удобные, потому что очень узкая вот это вот, что называется, горлышко, и пить не так уж и удобно на самом деле, хотя они и фарфоровые. Вот. На этот раз очень большой завоз кружек, я покажу здесь все, какие видела, потрясающий выбор. Мне больше всего понравились эти, потому что, признаться, я каждую кружку подержала, посмотрела, как она удобна в руке. Здесь удобная такая вот ручка, они довольно большого диаметра, кстати. Что касается литража, то здесь что-то вроде бы, ну, в общем, они так... Эти кружки на 400 миллилитров, и у них потрясающее, красивое оформление. Смотрите, здесь разные надписи я выбрала, но там, по-моему, еще 2 или 3 варианта, поэтому есть из чего выбрать. На самом деле, сами по себе кружки очень милашные. Ну, вот как бы соразмерно со мной, да, очень большие. Удобные, классные, фарфоровые, супер. У меня есть из прошлогодней новогодней коллекции 3 кружки, они очень нравятся, они в ходу постоянно. Ничего с ними не случилось за целый год, поэтому я решила, почему бы не повторить покупку, тем более, что цена такой кружки всего 149 рублей. Очень выгодно, очень классно, мило смотрятся. Если хотите объем побольше, там есть кружки побольше, поэтому как бы вот на любителя. Следующая покупка, конечно же, гирлянды. Каждый год в Fix Price завозят огромное множество самых разнообразных гирлянд. На этот раз привезли такие красивые домики. У меня в прошлом году были куплены, по-моему, олени деревянные. Я планирую в этом году их использовать в декоре, конечно же. Но на этот раз я очень удивилась, потому что здесь 2 метра. Заработает от 2 батареек. Она все-таки пальчиковая. Сами по себе домики выполнены очень аккуратно, красиво. Я знаю, что в других городах есть домики с красной крышей. Возможно, у нас тоже где-то в городе есть. Но в магазине, где покупала я, на Дилижанской 70, там не было с красной крышей, были только вот такие. Мне в целом белые тоже очень сильно нравятся, потому что на контрасте они всегда смотрятся круто. И да, я планирую их обязательно использовать в новогоднем декоре. Классные. На самом деле, мне кажется, и в осеннем декоре они будут смотреться ничуть не хуже, потому что выполнены, опять же, повторюсь, красиво, аккуратно, все супер. В общем и целом вообще. И здесь, кстати, неоновые такие лампочки. Потом покажу, как это все светится. Классная гирлянда. Стоимость ее 199 рублей. И это, опять же, у нас снежное кружево. Классная просто коллекция. Сейчас в Инстаграм можно найти огромное множество самых разнообразных идей. Вот именно с этими гирляндами, с декором из магазина Fix Price. Потрясающие просто идеи придумывают. И на самом деле Инстаграм полон не только таких идей, но и полезной информации. К слову сказать, я в последнее время, именно в силу, наверное, сезона, мне хочется какой-то больше новой информации. И я стараюсь участвовать как можно больше в разных марафонах. И вас тоже хочу пригласить к участию в марафоне у Азата Валеева. Он потрясающий просто тренер, коуч.
Очень интересные у него марафоны на разные темы. Участие в бесплатном абсолютно марафоне «Мышление миллионера». Это практический марафон, на котором вы получите систему, которая позволит вам уже в ближайшие 3 месяца выбраться из долгов. Да-да, вас ждут специальные задания, выполняя которые вы будете получать реальные результаты уже во время марафона, представляете? Сам марафон ведет практик, он миллионер, бизнесмен и путешественник. За 8 лет, представляете, он построил 6 успешных бизнесов и написал уже 4 книги по бизнесу и денежному мышлению, продажам. Это просто супер. Каждый день участники марафона будут получать ценные подарки. Книги, чек-листы, видеокурсы. Все это поможет вам стать гораздо более эффективным. Вы получите основы финансовой грамотности и четко будете видеть, что вам нужно сделать, чтобы подняться на новую ступеньку в своих доходах. Все участники марафона абсолютно бесплатно получат книгу-бестселлер Азата Валеева «Мой мозг миллионер. Формула денежного мышления». Прямо под этим видео вас ждет ссылка на этот бесплатный марафон. Обязательно проходите, регистрируйтесь и уверена, вы получите настолько много полезной информации, а самое главное, вы сможете ее потом применить на практике и сразу получите ощутимые результаты. Я проходила марафон и знаю, о чем говорю, поэтому настоятельно вам рекомендую. Это действительно интересно, это полезно и это нужно. Покажу вам обновление в винтажной коллекции. Я каждый год стараюсь прикупить 1-2 игрушки, опять же, из новой коллекции, только то, что мне нравится. Я покажу то, что видела, и больше всего мне понравились именно эти игрушки. Здесь такая вот потрясающе красивая лисичка. На мой взгляд, она выполнена просто шикарно. 55 рублей цена такой игрушки. Они все, вроде как это ручная работа, потому что здесь так заявлено handmade. И в таком случае, как бы, они уникальны, потому что каждая расписана немножечко иначе, чем предыдущая. Я себе выбрала лисичку и вот таких вот 2 желудя. На самом деле, такие вот игрушки, как желуди, шишки, я стараюсь купить не в единственном экземпляре, а штучки 2. Они смело могут стать базовым украшением на елке, а остальные лишь их дополнить. Ну, очень красивое оформление, я сейчас покажу поближе, и вы сами поймете. Здесь желуди оклеены бисером, и это очень красиво, очень невероятно просто. Поэтому не купить их невозможно, 55 рублей, мне кажется, достойная цена для такой игрушки. Не знаю, вы покупаете или нет, расскажите мне. У меня уже довольно большая коллекция скопилась этих игрушек, они очень хрупкие, с ними нужно очень аккуратно обращаться. И я все-таки надеюсь, что когда-нибудь хотя бы 1 елочку, но я смогу нарядить все этими игрушками. Они мне очень напоминают игрушки из детства, поэтому покупаю. Покажу вам 2 домика и хочу сразу вас предостеречь, потому что на самом деле они выполнены из доломита, а он очень хрупкий. И, собственно, пока я донесла эти домики домой, вот такие вот сколы образовались как раз на самых ярких частях. На самом деле их, конечно, реставрировать несложно, можно легко покрасить краской. Но чтобы вы понимали, если это будет, например, где-то вот здесь, это будет достаточно заметно, потому что поверхность глянцевая. Итак, сейчас покажу, как они светятся. Очень классные, на самом деле очень классные. И это как раз к вопросу о том, что в последнее время я часто вижу различные DIY на тему, как сделать деревеньку там и так далее. У меня есть домики позапрошлой коллекции, тоже в белом цвете, из магазина Fix Price, они гораздо меньше. И вот когда увидела эти, ну посмотрите, они ведь милашно будут смотреться, когда будут находиться рядом где-то, да, расположены, к примеру, не знаю, возле окна там и так далее. В общем, они классного качества, мне нравятся, несмотря на вот эту вот огреху из-за доломита, я нисколько не расстроилась, а наоборот, они очень красивые, милые. Единственное, что я, наверное, вот эту вот внутри гирлянду заменю, туда помещу другую, одноцветную, теплого белого цвета, чтобы они вот так вот не моргали, мне не очень нравится. А так, в целом, я очень-очень довольна. Как видите, крыша у них, кстати, оформлена немножечко по-разному. Я сейчас говорю о цвете. И, ну, супер, я очень довольна. По-моему, красиво, ну, правда же? Давайте я вам покажу каждый домик немножечко поближе. Выполнены они очень-очень интересно. Здесь очень много разных окошечек, и это прям классно, потому что добавит как раз нужного эффекта, когда вы разместите внутри гирлянду. Ну, если кто захочет заменить гирлянду так же, как и я, внутри. С обратной стороны, естественно, у нас глухая стенка, а здесь по бокам очень много окошечек, и это прям супер. Мне кажется, они просто бомбические, настолько красивые. А дальше я хочу вам показать вот такие вот наборы с совушками. На самом деле там продаются и птички самые разные, тоже покажу здесь. Но мне больше всего понравились совушки, потому что это просто что-то. Сейчас покажу поближе, и вы увидите. Наверное, самая большая фишка заключается в том, что их можно вот так вот на прищепке
щепку посадить на веточку. И выполнены они просто мега милашно, очень красивые, нежнейшие. Они как будто из перышек. Эти совушки выполнены милейшим образом. Они аккуратно могут зацепиться вот так вот за ветку. И они абсолютно одинаковые, такие вот очень-очень нежные, пушистые. Уйду. Они очень нежные, пушистые, и у них вот такие вот ушки в виде настоящих перышек. По-моему, потрясающе смотрятся. Я вообще большой фанат именно сов. У меня много в коллекции самых разнообразных. И те, кто смотрит мои видео часто, знают, что на Новый год у меня есть такие две большие совы. Обожаю. Ну и, собственно, у меня... Собственно говоря, теперь у меня в коллекции пополнение. И я купила, на самом деле, 4 таких совы. Ну, соответственно, 2 набора по 99 рублей. Они классные. Просто классные. Еще одна гирлянда из магазина Fix Price. На мой взгляд, мега крутая вещь, потому что многие, на самом деле, заказывают похожие вещи с AliExpress. О чем говорю? Это гирлянда прищепки. Она светится. Стоит она 199 рублей. И здесь у нас гирлянда именно в новогодней тематике. Соответственно, там есть варианты, если не ошибаюсь, с елочками. И я выбрала себе снежинки. Смотрите. Они довольно большие. Я покажу, как она светится. И здесь, если не ошибаюсь, 2 метра. Опять же, пальчиковые две батарейки. И можно ее расположить где угодно. Сюда закрепить какие-то фотографии. Не знаю, какие-то красивые картинки, которые вам понравились. И она будет их подсвечивать. Ну, супер. Мне кажется, очень крутая вещь. Сейчас покажу вот так поближе. Не знаю, как бы показать-то. Итак, выглядит это все дело вот так. Снежинки очень классные. Они не маленькие. Смотреться будет супер. Покажу, как выглядит. Шикарная вещь просто. Поэтому всем рекомендую. Обратите внимание на эту гирлянду, потому что, как мне кажется, она очень крутая. Мало того, что стильная, она поможет вам закрепить сюда какие-то семейные снимки и так далее. Можно декорировать целый уголок, например, сделать красивую фотозону при помощи вот такой вот гирлянды. 199 рублей цена удовольствия. По-моему, очень классно. Один из моих самых любимых мультфильмов к Новому году – это «Щелкунчик». Не знаю почему, как-то с детства он очень закрепился в памяти, и поэтому с тех пор всегда пересматриваю. Этот потрясающий экземпляр новогодней игрушки выглядит вот таким вот образом. И, конечно, когда вы будете выбирать, обязательно обращайте внимание, чтобы он был целый, потому что там есть щелкунчики без носа, например, без руки, там еще что-то. Ну, в общем, я своего выбрала, слава богу, очень довольна. Он выполнен классно. Цена его 99 рублей, он абсолютно деревянный. Это потрясающая вещь просто. Он очень аккуратно расписан. И, как мне кажется, это шикарная игрушка именно для того, чтобы, знаете, вот когда есть коллекция новогодних игрушек, и она передается из поколения в поколение, вот именно такие интересные вещи очень и очень классно смотрится. Угу. А дальше покажу вам вот такие вот подсвечники. На самом деле там, если не ошибаюсь, опять же несколько дизайнов. Я покажу здесь, какие есть. Эти подсвечники мне очень понравились, и на самом деле их узор многим будет знаком, потому что некоторое время назад в магазине Fix Price были в похожем оформлении с цветочные горшки. Поэтому, если у вас, к примеру, на подоконнике установлены эти горшки с цветами, то представьте, как красиво будет рядом поставить вот такие вот подсвечники. Они красиво выполнены, аккуратно. Это, по-моему, тоже доломит, кстати, если не ошибаюсь. Да, доломит. И да, они, конечно, хрупкие, но в целом. Из недочетов могу отметить, что вот это вот углубление под свечу-таблетку не под все свечи подходит. То есть какие-то скрываются полностью при вот установке сюда, какие-то немного выглядывают. Поэтому нужно обращать на это внимание. Но в целом, мне кажется, они очень стильно смотрятся и, опять же, красиво будут дополнять любой интерьер. Беленькие, нейтральные, классные. Еще хочу показать вам опять обновление коллекции Loft. На самом деле это не совсем обновление, потому что такие уже привозили. И их буквально раскупили в пару дней. Я себе успела ухватить один экземпляр, но вот он как-то так очень одиноко у меня на кухне стоит. И мне, конечно же, хотелось еще докупить. Очень оригинально смотрятся эти горшочки на вот этих ножках. Они как бы приподняты. Соответственно, из-за этого конструкция выглядит легкой. Я выбрала такой расцветки, но там есть еще 2 варианта, тоже покажу вам, как они выглядят. Классные, поэтому если вы себе не успели приобрести в прошлый раз и хотели бы их докупить, то обязательно поторопитесь, уверена, их снова быстро раскупят. Они отлично выглядят, шикарно впишутся в интерьеры, как мне кажется, прям супер вещь.
стильно, круто. И опять же, если у вас не совсем такой сливочно-зефирный интерьер, все-таки какие-то атрибуты лофта, то обратите внимание, эти горшочки смотрятся очень стильно. А еще, кстати, в Инстаграм я видела, что девочки их заливают под свечи. Представляете? То есть вот эта вот форма, туда заливается воск, фитилек, соответственно, устанавливается, и получаются такие красивые интерьерные свечи. Это очень круто, красиво, и это не моя идея, я ее подсмотрела, поэтому делюсь с вами. Классные. Цена такого горшочка 199 рублей, и это не то чтобы горшочек, а на самом деле название кашпо. Крутые. И последнее, что сегодня покажу, я не смогла уйти без этой вкусняшки из магазина Fix Price. Это очередная баночка мягкой карамели с солью, она потрясающего качества. Это в буквальном смысле нежнейшая ириска в баночке. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Она, как правило, на полочках, где всякие вот варенья, джемы и все такое. Поэтому, да, классная, просто классная. Сейчас на завтрак, утром, это изумительная вещь. Под чаек супер. Рекомендую очень, обязательно. Это были все мои покупки на сегодня. Я очень надеюсь, что вам информация полезна, и вы прикупите все, что планировали. Торопитесь, потому что все, конечно же, раскупают очень-очень быстро. Что еще интересненького я увидела, я постараюсь здесь вам показать. Были красивые веточки, были всякие разные украшения деревянные, были интересные Деды Морозы с длиннющими колпаками. Ну, в общем, на самом деле коллекция, конечно, радует. И есть из чего выбрать. Поэтому, если вы в поиске, обязательно-обязательно загляните в магазин Fix Price. Ну, а за всем я буду с вами прощаться. Очень надеюсь, что обзор был для вас полезен и интересен. Вы для себя что-нибудь новенькое и интересное увидели. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Уверена, много интересного для себя найдете. И, конечно, заглядывайте ко мне на Инстаграм. Там публикую все последние новинки. Часто заглядываю в магазин Fix Price, и новые коллекции появляются сразу у меня в профиле. И там же делюсь с вами идеями аутфитов. Делаю макияж и еще много всего интересного. Самые разные переделки, декор, DIY тоже там публикую. Поэтому милости просим, буду вам рада. До встречи с вами в следующих видео.